Что можете пояснить по поводу задержания вас сотрудниками полиции? Я совершил разбойное нападение 5 раз подряд. Где? Ну, не прям подряд, но 5 раз. Где и при каких обстоятельствах? В Климовске. В Климовске и в Подольске. Поподробнее расскажите, что вы совершили. Я пришел, угрожая ножом, взял с сейфа, брал с сейфа деньги. А Рублев на висит.